И здравствуйте, уважаемые, с вами ZigZagHedge, и я на самом деле очень долго пытался придумать, каким же образом сделать начало нового сезона на сервере Swells, но что-то мне так ничего в голову и не пришло, поэтому просто вот вам такое очень маленькое обзорное видео по поводу того, что же у нас с вами будет в ближайшее время на сервере Swells, на основном я имею в виду. Что касается, кстати, саб-сервера, сразу хочу сказать то, что есть идейка поставить эту сборку и туда, но это, возможно, будет немножко, ребятки, попозже, поэтому игроки саб-сервера, пожалуйста, потерпите. Итак, для тех из вас, кто еще не в курсе, не понял, не следит за новостями, сборка у нас с вами будет на Майнкрафте версии 1.4.7, и, собственно, именно поэтому я могу сделать... Нет, так я сделать не могу. Давайте мы с вами поэтому сделаем немножко по-другому. Именно из-за того, что здесь есть с вами... у нас с вами 1.4.7, можно сделать, ребятки, вот так. Почему можно сделать вот так? Потому что здесь есть, естественно, Red Power 2. Здесь, кроме того, среди наборов модов есть такие замечательные, давно забытые вещи, как Zycraft. Здесь есть Portal Gun, здесь есть, ребятки, не поверите, GregTech. Да, на самом деле, я все-таки решил вспомнить, что такое GregTech на версию Майнкрафта 1.4, потому что, насколько я помню, он не был таким уж ужасным, каким он стал после этого. И, конечно, я буду долго тоже материться по поводу того, что, рецепты изменены, Грег маньяк и все прочее, но, тем не менее, это будет такой, как бы... Ну, удобоваримый хардкор, то есть то, что мне, в принципе, будет достаточно для того, чтобы на нем играть. И, соответственно, запуск нашего с вами сервера, как бы сказать, обозначен на майские праздники. То есть сам по себе сервер и серии по нему будут выходить, наверное, уже после 9 мая. Ну, после 10-го, когда у нас там первый рабочий день. Вот после всего этого. Но сегодня, какого у нас сегодня? 3 мая в 17 часов по Москве, ребятки, сегодня не в 16, сегодня в 17. Немножко позже объясню, почему. Будет стрим по постройке спауна на этом сервере. Вот, и, собственно, теперь мы возвращаемся к вопросу, почему в 17. Потому что спаун мне будет помогать строить один человек, работы которого вы уже наверняка достаточно долгое время видели в группе моей ВКонтакте. И, собственно, я думаю, что он будет со мной в ТС-ке и сам про себя что-нибудь расскажет. Он теперь тоже игрок сервера и, собственно, решил помочь со спауном, чему я дико и безумно рад, потому что вы знаете, как я люблю и умею строить. Это прямо про меня. Вот, так что приходите сегодня на Twitch в 17 часов по Москве, 3 мая. Там буду я и кое-кто еще. Ребятки, надеюсь, что будет весело. Увидимся, всем счастливо. We'll be right back.